Итак, мы продолжаем, и это, как ни странно, но я все-таки начинаю вспоминать и понимать, что у нас происходит. Так, поехали дальше. А я надеюсь, что мы все-таки увидим, что же Киана Ритти передала. И сегодня мы точно 13 главу не закроем, учитывая, сколько там еще осталось. Ладно, поехали за Риту. А можно Риту прока... А я же уже качал, да? Рита. Не, я могу прокачать Риту. Давайте прокачаем Риту. Все-таки. Ну я же опять от чего-нибудь ваншотнуть тогда. А если этого не сделаю? Так, делаем вот так. Делаем вот так и... И еще раз вот так. Ага. Ну и, наверное, вот так. А, ой. Подождите, это можно Рита выбирать? Можно косули выбирать? Да ладно, прорвемся, боже. Прорвемся, честно, прорвемся. Если нет, сам виноват буду. Я уже знаю даже, кто сейчас будет говорить, что он дурак, что он не то прокачал. Но не обращайте внимания. Опять же, мостик на шаттле Шигзаля. Рита молча изучила доказательства, которые предоставила ей Киана. Короче... Инжектор. Инъектор. Дизайн был стандартен для Шигзаля. И там была карта данных с выгравированным логотипом Гелиополиса. Скорее всего, для открытия бронированных дверей, защищенных дверей. Слова Кианы привели ее в замешательство. И замешательство постепенно переросло в желание получить ответы. Мисс Развейс, я отследила номер инжектора. Он из той партии вакцин, которую мы поставили в Гелиополис. Но содержимое активных веществ было заменено. Его просто заменили. Нашу вакцину модифицировали для значительного повышения устойчивости Ханкаю. Но негативного воздействия на организм человека не наблюдается. Что Гелиополис пытается сделать? Мне нужно еще кое-что вам сказать, мисс Расвайс. Я хочу поговорить о светящихся узорах, которые мы видели на зомби во время сегодняшней операции. Теперь я совершенно уверена, что это стигматы. Ага. Стигматы? Ты уверена, Альвитер? Твое заявление звучит нелепо. Я точно это видела. Меня могут назвать неосмотрительной, но все же... неосмотрительный и невнимательный, но все же я совершенно точно уверена в том, что я видела. Но если ты права, если ты окажешься права, то инцидент в Арк-Сити окажется куда сложнее. На самом деле, куда глубже, чем кажется на первый взгляд, как-то так. Курсор всегда на месте, он даже у меня вон курсор на месте. Вы его просто не видите, потому что я его в OBS отключил. А так...
Курсор всегда с нами. Стигмата — это секретная технология Шикзаля, которую используют только валькирии. А если бы они появились у зомби, это бы означало всего две вещи. Кто-то превращал валькирии в зомби, или кто-то нашел способ вживлять стигматы в людей, из-за чего они и стали в дальнейшем зомби, я правильно понимаю? Скорее всего, такие опыты здесь проводились. А, Рита задумалась, прежде чем дать ответ. Скорее всего, ставили какие-то людьми, какие-то опыты над людьми, и в итоге вон чуть с ними стало. Не уверена, что смогу уснуть сегодня ночью. Мне нужно заняться исследованием этого и доказать свою гипотезу. Что? Вы пойдете в Гелиополис? Но ведь это нарушение нашего с ними договора. Иногда для достижения цели необходимо обойти несколько правил. Кроме того, K-423 сейчас меньше всего должна нас беспокоить. Ладно, поехали! Рита все-таки... Она не стала вести себя, как знаете, типа плевать, чего там дали. Она на самом деле пытается докопаться до истины. То есть Киана сделала все правильно. И меня сейчас ваншотнут, да? Нет? Да нет. Я не настолько слаб. Эй, я хотя бы немножко-то персонажа прокачал, алло. Не шутите меня, пожалуйста. Ладно, скилл, наверное, я зря юзаю. Давайте на ульту накопим. О, теперь должно пойти повеселее. Я и стелс, ну вы знаете. Все как я люблю. Просто, блин, все как я люблю. Стелс и я и стелс. Вот это вот. Это было то самое окно, в которое нужно было забегать. Прям все-все, как я люблю. Или вот это то окно. Ладно, неважно. Уже неважно. Тем временем в каком-то отдаленном месте. А вот и Наташа. Валькирии Шикзаля пришли без приглашения. Они теперь нас подозревают. Жаль, конечно, но мне казалось, что ты всегда хотела от них избавиться. Но я бы предпочла избегать сражения как можно дольше. Предполагалось, что Хершер отвлечет внимание Шикзаля. И который, к слову, он поможет нам в итоге от нее избавиться, но все изменилось. Шакал. Это шакал, так и есть. Мы пришли на каком-то из стримов к мнению, что будет шакалом. Все. В любом случае, у меня есть запасной план на этот случай. Мы дадим Рите кое-какие ответы, которые она хочет получить. А люди склонны быть уязвимыми, когда их отвлекает погоня за сокровищами. И попробуй воспользоваться подарком, который я приготовила. Надеюсь, увижу его эффективность. В бою. Эти валькирии Шикзаля могут выдержать куда более сильную боль, чем обычные люди. Возможно, они кричат иначе. Подарочек для пыток.
Я хочу понаблюдать за ними вблизи. Постарайся не убить их всех и оставь один живой экземпляр мне. Как только я сделаю ход, тест должен начаться незамедлительно, чтобы получить данные, которые нам нужны. До того, как... Шикзаль... Короче, вы поняли. Расслабься. Ты получишь новую личность, как только все это закончится. Шикзаль больше тебя никогда не найдет и не побеспокоит. Как насчет жителей города? Да, не волнуйся о столь незначительных вещах. Вместо этого сосредоточься на всем человечестве. Ну, типа, опять, камон, пожертвовать всем городом ради, возможно, в больших-больших кавычках помощи человечеству. Ну такое. Фокус, ты чего? Несмотря на свою огромную силу, Шикзаль эгоистично врет людям, что они в безопасности под защитой Шикзаля. Пока существует Шикзаль, человечество по-прежнему будет оставаться беспомощными овцами, которые съежились в своих загонах. Но наш господин вернулся. Он положит конец тирании Шикзаля, и мы поможем миру. Миру цвести, расцветать, развиваться под его началом. Это о том самом человеку с тем самым мечом, я так понимаю, речь. О древнем змее. Но это не точно. Это единственный вариант мира, в котором ты и те, кого ты хочешь защитить, могут выжить. Ладно, хватит болтовни. Пусть все начнется. Не надо. Так подождите, так это... Так чё вы, Кевин, говорите? Вы бы сказали, что тот чувак с мечом-то это и был, Кевин. Алло. А то спрашивают, помню ли я Кевина. Кевина? Нет. Чувака с мечом? Помню. Надо ж правильные вопросы задавать, чтобы получить на них правильные ответы. Кевин. Кто такой Кевин в наше время? Вот чувак с мечом, да. Был такой, помним. Ага. Так, я решил апнуть... Как бы... Киану, но... Есть небольшое но. У меня Рита сейчас того. Отъедет. Нету уже на стигмы, нету. Да мы справимся тут до конца главы. Осталось половина всего. Или не справимся. Варианта всегда два. Либо да, либо нет. Боник? Короче, Рита все-таки пошла за ответами. Ну, не все ж так просто. Под покровом ночи Рита бесшумно проникла в исследовательский центр Гелиополиса. Тот пропуск, который передала ей Киана, позволял ей обходить большинство закрытых дверей в этой области. Пройти сквозь большинство дверей. Сначала мне стоит поискать серверы хранения данных. Надеюсь, они помогут мне найти ответы. И оставайтесь на связи, мисс Росвайс. Ведь я инструмент, и я всегда готова помочь. Давай узнаем, что скрывает Гелиополис. Почему, когда я слышу Гелиополис, я хочу сказать Зверополис? Как же это странно. Так, уклон это бег? Слушайте, действительно. Ладно, побежали. А, ой, да?
То есть, а если... Ладно, это так работает. Спасибо, Гость. Это было важно. Так, в этом файле подробно описан план проекта медпомощи в Гелиополисе. Гелиополис оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от Ханкая городам после второго вторжения. После третьего они расширили свое влияние на Дальнем Востоке и в Шэньчжоу. И тогда они начали строить этот индустриальный парк. Бесплатные лекарства для граждан, инфицированных Ханкаем. Звучит, да, знаете, заманчиво. Бесплатное клиническое лечение для больных, для тяжело больных, для тяжело инфицированных. Они действительно делают все это бесплатно. Должно быть, они очень богаты. Бесплатные вещи обычно стоят гораздо дороже. Возможно, цена, которую они желают получить, это сама жизнь. Ага. Я тоже почему-то так думаю, что они как бы делают вид, что лечат, а на самом деле... Ладно, пойдем. Рита сейчас говорит крайне правильные вещи. Блин, я бы этих ребят жмыхнул на самом деле, но мне лень. Я такой себе сейчас жмыхатель. Давайте просто добежим. К тому же я уже вижу цель. А, нет. Так, исследование запатентованной вакцины от Ханкая Шикзаль. HBA-022. Фармакологический анализ HBA-022. Вакцина, которую штаб-квартира поставляет в Шэньчжоу. Они пытаются изменять и копировать наши фармацевтические вот эти агенты. Как правильно? Активные вещества, наверное, которые в вакцине. Я так не думаю. Очевидно, что они могли модифицировать саму вакцину. Ну, исходя из того, что мы видели в инъекторах. Так, мне нужно хранилище HBA-022. Так, и сейчас их запасы на нуле. Так, подождите, то есть вся партия из 30 тысяч доз вакцины пропала? Да все это не имеет смысла. Пахнет заговором. Ладно. Это еще не все, по сути. Ладно, поехали дальше. Но Рита молодец. Подобного я от нее не ожидал. Но просто до этого она оказалась лютой, такой, знаете, хотел бы сказать мразью, но... А хотя что, может быть. Вполне может быть, можно и так сказать. Рита становилась все более взволнованной. Она чувствовала, что что-то не так. Данные, которые она нашла, представляли себя лишь... несколько зацепок. Рита собрала все зацепки воедино и почувствовала нечто ужасающее. Ей нужен был только последний фрагмент пазла, чтобы увидеть всю картину.
Моя интуиция подсказывает мне, что замышляется здесь что-то очень нехорошее. Что-то зловещее? Подожди, но тогда это не означает, что ты в большой опасности. Я рекомендую покинуть Гелиополис прямо сейчас, мисс Росвайз. Нам нужно спланировать наши дальнейшие действия. И зрение Риты вдруг уловило вспыхнувшую маленькую красную точку. Ее боевой костюм был произведен в лабораториях Хельхейма. И он был разработан для охоты на организмы, которые были заражены Ханкаем. А встроенные биодетекторы костюма уловили слабый запах зомби. Я кое-что нашла. Ну что, сейчас или никогда? Хороший охотник выстрелит прежде, чем позволит добыче ускользнуть, Алвитер. Фу, это все-таки конец эпизода. Так, теперь пришло время обсудить все увиденное. Рита предстает совсем в другом свете. То есть она не слепо верит во все и все такое. То есть у нее есть критическое мышление. Она даже на Киану Болт забила. Хотя у нее были все возможности с ней разобраться. Пека, да-да-да, помню, все помню. Все это немного, знаете, капелюшечку странно. Но на самом деле я жду все же воссоединения Брони, Терезы и Кианы. Но они очень-очень хотят быть вместе, и я хочу, чтобы они тоже были вместе. Блин, а кого же она убила-то? А я помню, что к ней пришли на сделку. И она убила. Но я не могу вспомнить, кого она убила. Там что-то было связано с получением информации. Короче, подождите, это она серого змея убила? Подождите-ка. Я почему-то думал, что это был отряд Терезы. Да-да-да, то, что он появился, возродился, это я помню. Но просто я почему-то сейчас думал, что его убил. Ну как убил? Ну условно убил отряд Терезы. А это получается она была. А они на трупик посмотрели. Вот в чем дело. Все, ребят. Все, теперь все более-менее встает на свои места. Угу. Но легче от этого вообще не становится. Так, что ж. Поедем дальше. Злата, я все прекрасно вижу, но просто для обсуждения вот подобных тем есть у нас Дискорд, но им не место на стриме по Ханкаю, где мы пытаемся вникнуть в ту лютую дичь, которая происходит в сюжете. Так. Фокус. Пошли помогать будешь. Хотя бы так. Пошли, Фокс. На тебя вся надежда. Помогай. Так, аригато. Все, Фокс, если я зафейлю, то винить я буду тебя.
В плане здания нет никаких подвальных помещений, но мой радар обнаружил под землей энергию Ханкая. А что бы это ни значило? Алвитр, в настоящем я приказываю бессмертным клинкам быть наготове. Мне может понадобиться их поддержка. Ну чё качество-то так пошакалили, ребят? Это просто шакальное качество. Найдите кто-нибудь вот эту, знаете, мимас вот этот с шакалом и шакальным качеством. Это вот просто оно. Ну это серьезно, шакальное качество какое-то, чё не так-то? Да. Ну качество на самом деле. Там у вас еще YouTube все это дело поджирает, но... Я просто помню, на прошлом стриме там были полноценным, нормальном качестве арты. Сейчас это просто шакал. Причем не тот шакал, который общался с Наташей, а прям шакал-шакал. Области, которые скрыты от глаз. Подождите. Области, которые были скрыты от глаз, смог легко обнаружить сталкер Карбон. Верная собачка Риты. Ага. Она отдала приказ, и он ринулся в бой. А, это этот собака, этот, блин, я думал, там правда какая-нибудь этот чувак, который считает себя собакой, и у нее же ульта собаку призывает, все, забейте. Я чувствую, что мы близки к секретам, которые мы ищем. Я тоже. Поэтому... А, то есть я и есть собака. Ну и ладно. А есть косты? А если найду косточку? Если кто-то когда-то хотел написать, что я собака, то, ребят, самое-самое время. Прям самое-самое время сказать, что я пес. Другой подходящей возможности может не быть. Причем я довольно шустрый пес. Это важно. Я прям пес-пес. Блин, я забавный пес, я больше похож, наверное, на кота, который играет с клубочком. Ну вы посмотрите на это. Вот на это посмотрите. Такой еще... Да отстань ты, господи, отстань. Я вот просто этот, маленький-маленький котик, который бегает за клубочком. Ой, все, не хочешь играть, не надо. А все к этому шло, я не хотел этого насилия, серьезно. Так, я надеюсь, я лицо не зря потерял. Там никто меня не будет сейчас наказывать. Отличная работа. Я нашла путь к подземному комплексу. Ладно, милый щеночек. Давай, открой мне путь. Дверь лифта открылась. И кажется, что тьма приглашала ее. Я думал, она меня милым щеночком назвала. Ладно, в данном контексте я бы не отказался услышать подобные отриты. Да будем откровенны, половина людей, которые играли в Ханкай, хотели бы, чтобы... Да. Все, я молчу. Пока что, по крайней мере. Рит, давай, мы справимся. Определенно. Да. Я думаю, Феликс тоже сидел и такой, да, назови меня милым щеночком еще раз. Феликсе, я уверен на 100%, он так думал. Можете просто вот проверяйте, он так думал. В этот момент Феликс сразу подумал, да в смысле даже не думай, Феликс, так и было. Зная тебя, я могу представить все, что происходило в тот момент. Так что я знаю, о чем говорю. Ой. Ладно, это звучит как не совсем что-то сложное.
Поэтому это мы победим, наверное. Или нет. Давай. Ну давай. Победа. А, я уж думал, нам в следующей главе покажут, какие ответы. В следующем эпизоде, точнее, я правильно думал, нам в следующем эпизоде покажут ответы. Угу. У меня круточки, кстати, нету. Нету. Откуда круточки-то взяться? Так. Но Риту я бы сейчас, наверное, даже подкачал немножко. Потому что моську-то мне сейчас откусят. Я в этом уверен почему-то. Угу. Ну и ладно, подкачаем стигматы тоже. Так. Просто Рита внезапно стала... А, ну все, теперь по 46%. Все хорошо. Новую Риту? Какую из новых Ритов? Да они только ж головными уборами отличаются. Ладно, возьмем вот эту. Ну это же ледяная, та самая... Вот эта Рита, по-моему, та, которая есть у меня. Вот этой у меня, по-моему, нету. По-моему, вот эта у меня есть. Так понятно, что они разные, это понятно. Я говорю о головных уборах и том, что их прям вообще различает. Подождите, у меня, по-моему, вот та ледяная. Давайте проверим, чтоб прям наверняка. Это что? Да, вот она. Вот. Вот она самая, да. Она у меня даже как-то в бездну ходила. Угу. Не, ну визуально она прикольная. Она выглядит прям как девушка из Снежной. Угу. Угу. Прям как очень девушка из Снежной. Освещение сломалось. В играх от Михуё это нормально. Вот что-что, освещение здесь сломается. Мое почтение. Так. Ну а мы чё, пойдем еще один эпизодик пройдем. Так, поехали. Угу. Блин, не успеем сегодня. Так, 13.9. И новая Рита. А вот и подземные. Угу. Понимал. Гигантская платформа лифта наконец достигла подземного комплекса. Она вошла в гигантский зал. Больше всего Риту потрясло его содержимое. Там были, как это правильно, колбы. Колбы с гуманоидными экземплярами, которые казались устрашающими, но знакомыми. Это может быть только зомби. На бледной коже трупов были видны светящиеся узоры. Они трупиком стигматы вживляют. Боник. Да, это были стигматы. До того, как Шигзаль создал искусственные стигматы, только очень и очень немногие люди могли получить эти метки естественным образом. Рита сжала зубы. Всматриваясь в лица, которые находились в этих колбах. Хм...
атаку, так она сама эльфийка пришла, я как бы, а я чего? Я просто есть, и она такая смотрит, он есть, пойду к нему, а все. И она с облегчением вздохнула, когда не нашла знакомых лиц. Но это облегчение быстро сменилось яростью. Она боялась, что кто-то из ее знакомых может там быть. Понимаю. Образцы отличались по размеру и возрасту. У некоторых были тканевые импланты Ханкая. Это, видимо, как с этими, как с водка-герлами. А у других были киберчасти тела, скажем так. Короче, и понятнее. Вся камера представляла собой шоу ужасов, которое стремилось показать, до какой степени можно изуродовать человеческое тело. И Рита поняла, что она была уже близка к разгадке этой темной тайны. Мисс Росвайс, вы в порядке? Я обнаружила внезапное повышение вашего давления и пульса. Боник, ладно, пойдем. Небольшие панцушотики. Не, ну эту Риту я помню. Этой Ритой я довольно долго играл. Да не довольно долго, а очень долго этой Ритой я играл. Прям очень-очень долго. А, спасибо. Ну ты серьезно, на одну тыку оставалось? Осуждаю. Максимально. Ульту бы набить в идеале, конечно. Так причем у меня-то есть эта новая эльфийка, да, но поиграть-то в сюжете я все равно и не могу, поэтому печаль. Ее этот пёсель запрыгнул к главному компьютерному терминалу и подключился к нему. На визоре Риты отображалось большое количество документов, и она быстро нашла нужный файл. Стигмата. Ценнейшее технологическое наследие, которое встроено в нашу биологию. Это не продукт естественной эволюции, а биотехнологическая конструкция предыдущей эры, которая остается для нас загадкой. Перед тем, как закончилась предыдущая эра, в ряд эмбрионов были встроены сложные наборы генов устойчивости к Ханкаю. Так, Игорь, любому персонажу нужен эквип. Взять ту же Мобиус, она... Мобиус, ей тоже нужен эквип, да любой Валькирии нужен эквип. Но у меня есть уже 25% эквипа. Я героически сражаюсь за фулл комплект, в теории. Но не факт. Блин, они там говорили, что хотят ей дать какой-то кусочек информации. Ну что-то, по-моему, перед Ритой выложили прям все карты. Ничего с ней делать они собираются в итоге-то. Стигмата приводит к различным...
Короче, вживление стигматы приводит к появлению отметин на коже, известных как стигматы. Ну, это получается, если стигмата прижилась и все такое. Люди со стигматой обладают лучшим сопротивлением энергии Ханкая и контролем, что дает им сверхчеловеческие силы. Однако, каждое новое поколение разрушало целостность набора генов стигматы. Когда набор генов разрушается, сама стигма тоже становится неэффективной. Хотя все люди несут в себе гены стигмы, а лишь немногие могут естественно взаимодействовать со способностями стигмы. Опять, это мне напомнило это. Это мне напомнило диалог о квантовом море. Это вот опять из того же разряда. Шигзаль попытался синтезировать гены вживления стигмы, но эти копии были дефективны и опасны. С другой стороны, откровения змея позволили нашим исследователям достичь настоящего прогресса. А? Змея? Мирового змея? Теперь мы можем искусственно влиять, активировать и они могут влиять на дремлющие фрагменты стигмы в теле человека. Процесс трансформации был трудным. Многие объекты были потеряны. Некоторые стали не более чем живыми трупами. Но те, кто пережил эту метаморфозу, получили возможность выжить в мире, наполненном Ханкаем. А вот откуда взялись, собственно, вон те зомби. Цена высока, но результат оправдывает эту цену. Но процесс активации по-прежнему остается медленным. И это не соответствует ожиданиям. И мы планируем в итоге провести тестирование в густонаселенном городе. Ага. А вот теперь все встает на свои места. Одни просто в обычных людей, в людях пробуждают вот это добро. Ну там, подумаешь, немножко людей зомби станет, ну и что? Безумие. Они хотят провести тесты на целом городе. Гигантский экран в другом конце лаборатории внезапно включился, и на нем показалось лицо. Наташка. В некоторых местах я могу с тобой согласиться, но только в некоторых. А все. Теперь понятно хотя бы, что говорила Киана, когда она что она подразумевала под тем, что она хочет спасти целый город, и что это важнее для нее, чем ее собственная жизнь. Окей. Так, ребят, и самое время нам сделать небольшой перерыв, буквально на 5 минут, после которого мы продолжим.